Я отправляюсь в бассейн. Я невероятно счастлив быть здесь. Une sorte d'allégorie de la ville de Roubaix. Просто сердце разорвано на кусочки. Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать в это видео, в котором я, Дима Изи Арт, расскажу о том, как исполняется моя мечта. Завтра я отправляюсь в бассейн. Если вы думали, что этот канал превратится в спортивный, то нет, вы ошибаетесь. Наверняка в названии этого видео у вас был спойлер, и вы знаете, что я отправляюсь в один из самых необычных и красивых музеев Франции. Я сейчас покажу, как туда добраться, поэтому устраивайтесь поудобнее и поехали! Ребята, всего 2 часа от Парижа, и мы с вами находимся в великолепнейшем музее бассейн города Рубе. Я невероятно счастлив быть здесь и делить с вами мои с вами впечатления. Почему музей великолепный? Ну, мне кажется, одной лишь архитектуры. И да, то, что вы видите за мной, это вода, уже достаточно для того, чтобы назвать его великолепным, потому что музей находится в оригинальном бассейне эпохи арт-деко. Но помимо восхитительной архитектуры этого музея, здесь есть еще и прекраснейшая, богатейшая коллекция произведений искусства, о которой я предлагаю узнать вам из уст директора этого музея Брюно Годюшона. И, собственно говоря, он вам расскажет все детали и подробности. А мы с вами что сделаем? С удовольствием их посмотрим и воспримем к сведению. Музей города Рубе был создан в 1835 году, первоначально лишь с коллекциями текстиля. Затем, на протяжении 19 века и даже в начале 20-го, он будет развиваться, чтобы быть дополненным живописью и особенно скульптурой. В начале 20 века в Рубе будет 2 музея – Старый национальный музей и монографический музей, посвященный Жану Жозефу Верцу, художнику, родившемуся в Рубе. Проект музея бассейна возникает в начале 90-х годов, и, наконец, в его нынешнем виде музей открывается в 2001 году. В 2018 году он был впервые расширен для размещения коллекций, которым не нашлось места в первом проекте. Музей принимает около 300 тысяч посетителей в год, что для регионального музея во Франции довольно много. Шедевром музейных коллекций по многим параметрам является этот мраморный бюст Камилы Клодель, названный «Маленькой владелицей замка». Это произведение музей приобрел в 1995-96 годах благодаря публичной подписке, которая была первой во Франции для скульптуры. Публичная подписка уже существовала для приобретения картин, но не для скульптуры. Эта окончательная и единственная версия была создана в 1895 году для покровителя, который через скульптора Бурделя попросил Камилу Клодель выполнить для него копию маленькой владелицы замка. Эта версия выполнена в эпоху разрыва Камилы Клодель и Огюста Родена, ведь женщина-скульптор желала отличиться от стиля своего мэтра, с которым она, по ее мнению, слишком часто ассоциировалась. Она хочет показать свой уникальный талант к обтеске камня, тогда как Роден часто делегирует обтеску рабочим в мастерской, полагая, что истинным жестом скульптора, творца, является лепка. Модель остается той же для головы и плеч, но разница с другими версиями заключается в ажурной прическе, напоминающей причудливую прическу Раста. Также отличается и основа скульптуры, похожей в этой версии на подушку, нарушающей в некотором роде равновесие. Здесь взгляд модели направлен вверх, тогда как в начальных версиях взгляд лежит в горизонтальной плоскости. Моделью для этого бюста послужила маленькая девочка, которую Камила Клодель встретила в замке Делилет.
Отсюда и название работы. Этот замок находится недалеко от Азель-Рейду, где Камила Клодель несколько раз проводила время вместе с Роденом. В частности, после одной из ее поездок, что кажется очевидным сегодня, ее беременность была прервана. Она никак не могла забыть эту маленькую девочку, которая так стала в ее сознании символом детства. Эта картина поистине одна из икон музея. Это работа художника, родившегося в Бельгии в городе Мускрон, сразу за границей. Для вашего понимания уточню, что Рубе находится в 5 километрах от границы с Бельгией. Родители маленького Реми Кош приезжают в Рубе, обустраиваются в квартале Эпель и открывают свой магазинчик. Реми с раннего возраста показывает свой талант и интерес к рисованию. Когда он рисует перед багетной мастерской с картины, его замечает один из промышленников города. Став его покровителем, он поможет ему пройти курсы в школе изящных искусств в Рубе, а затем и в Париже. В Бельгии Реми получает римскую премию, благодаря которой он проживет 2 года в бассейне Средиземноморья. После этого путешествия учебы он вернулся в Рубе, где стал одновременно портретистом местной буржуазии и автором картин, прославляющих местные особенности. И в частности, элементы популярной культуры, которые можно точно назвать характерными для городов на границе. Среди таких особенностей массовой культуры были петушиные бои, популярные вплоть до начала 20 века. Картина была написана в 1889 году. В том же году она была представлена на парижском салоне, где имела с одной стороны признание, с другой — скандальный успех. Это была та эпоха, когда люди начинают задумываться о правах животных, и в прессе появляются статьи, которые рассказывают о том, насколько можно быть шокированным этой ужасной традицией. Ужасной, ведь один из двух петухов обязательно умрет в конце боя. Картина иммерсивна. Кош пишет край арены, будто бы он сам зритель на другой стороне ринга. Надо сказать, что в 1889 году для жителей Рубе в каждом из этих персонажей угадывался определенный житель города, что мгновенно превращало полотно в своего рода портрет города. Так, помимо вопроса о сюжете, по сути, петушиных боев, картина становится аллегорией города Рубе. Очевидно, города, населенного исключительно мужчинами. На полотне нет ни одной женщины, что в действительности, конечно, было не совсем так, даже если многие бельгийские рабочие, которые все еще приезжают в этот период, оставляют свои семьи в Бельгии и остаются одни. Прежде всего, это общество, состоящее из рабочих. Здесь мы узнаем, например, рабочего в его комбинезоне и фуражке, а тут крупных буржуа, стоящих в стороне. Посмотрите, в середине картины есть этот очень важный жест, который является своего рода вторым фокусом. Петушиный бой внизу и обмен деньгами в середине, без которого, конечно же, были бы невозможны петушиные боя, ведь это игры на деньги. Этот жест также означает, что наше внимание сосредоточено на персонажах. Каждый из них важен, у каждого своя роль. В этом и заключается богатство стремительно развивающегося города. Так что не заметить аллегорическое измерение этой картины просто невозможно. Картина была настолько успешной, что жители Рубе, которых не было на картине, были обижены. Поэтому Кош был вынужден сделать немало ложных эскизов, в которые он включал других персонажей. И таких заказов у него будет много. Сегодня это поистине самая популярная картина в музее. Это может быть не шедевр с точки зрения истории искусства, но в любом случае он имеет большой отклик у публики. Как из-за раскрываемой им темы, так и из-за безупречной, почти фотографической фактуры, которая показывает настоящий талант художника-натуралиста.
Друзья, в залах, которые наполнены столькими произведениями искусства, о которых мы с вами только что поговорили, и спасибо огромное директору этого музея, который нам рассказал все тайные секреты некоторых из его полотен. Как вы видите, коллекция просто невероятно прекрасная. Не успеваю, наверное, насладиться ей сполна, как хотелось бы, потому что дело-то уже близится к вечеру, а мне еще нужно заснять для вас выставочное пространство, потому что сейчас здесь проходит выставка русского художника Алексея Явленского. И, собственно говоря, для того, чтобы не пропустить все видео, которые связаны с этой выставкой, поскольку мы с музеем работаем над этим проектом, я предлагаю вам в описании к этому видео посмотреть профиль музея и, собственно говоря, подписаться на него в Инстаграме, ну или на меня, поскольку я всегда делаю репост в свои сторис. И таким образом вы точно не пропустите видео, посвященное Алексею Явленскому. Ну а сейчас я хочу вам показать один из моих просто невероятнейших по-французски coup de cœur, по-русски это просто влюбленность и просто сердце разорвано на кусочки. Почему? Потому что я всегда мечтал сделать это, только посмотрите. И помоги монтажа улица Ривали с картины в музей бассейна Рубе превращается в улицу Ривали в Париже, на которой я оказался для того, чтобы сделать заключение к этому видео, которое будет немногословным, потому что если вы еще не покупаете билет для того, чтобы отправиться в музей бассейн города Рубе, то я не знаю, что с вами происходит. Кстати, по поводу билетов в Лиль, потому что сначала из Парижа, если вы едете из Парижа, вам нужно добраться до Лиля, обязательно смотрите их заранее, покупайте заблаговременно, и таким образом у вас получится сэкономить, и билеты туда-обратно выйдут вас примерно в 35-40 евро, что, в принципе, абсолютно отлично. Вы приезжаете в Лиль, и мне кажется, это отличная возможность совместить Лиль и Рубе, сделать такой небольшой уикенд и отправиться в нетипичное направление из Парижа, потому что все мы знаем типичные направления, такие как Руан, Этрета или юг Франции. Но если же вы приезжаете на несколько дней в Париж и хотите увидеть что-то необычное, что-то потрясающее, что-то, что видят сами французы и остаются в невероятном восторге, то направление Лиль и плюс Рубе с музеем бассейном, мне кажется, это просто отличный план на ваш уикенд. Тем не менее, если у вас не получается остаться на уикенд, вы сами все видели, добраться до музея бассейна в Рубе вполне себе легко. Я это сделал за один день, но особенно, ребята, напишите мне в комментариях, те, кто живут в Москве или в Петербурге, вы-то точно понимаете, что 2 часа от того момента, когда я закрыл дверь своего дома, до того момента, когда я открыл дверь музея, для вас наверняка 2 часа это ни о чем. Для меня, в принципе, тоже, памятуя о своих русских приключениях в пробках. Я буду очень рад, если вам захочется лично познакомиться с невероятным музеем-бассейном города Рубе. Обязательно пишите об этом желании в комментариях. Я буду этому очень рад, если я смотивировал вас на подобного рода приключения. Ну и в принципе, ставьте этому видео лайки, пишите комментарии. Я вас обнимаю и целую, делаю традиционный безу-безу из Пале-Рояль, но тем не менее, только что будучи в музее-бассейне города Рубе. И на этом с вами прощаюсь и остаюсь на связи. До скорых встреч, ребята. Пока-пока.